Всем привет! Добро пожаловать на мой канал в рубрику «Готовим со Светланой». Я хотела показать вам простой вегетарианский обед. Вот у меня сегодня такая большая зеленая тарелка. Я использовала, я его еще называю 50 оттенков зеленого. В этом рецепте кейл, лацинато, темные листья, это листья кейла. Также брокколини с цветочками. Вы можете видеть желтые цветочки, которые сами по себе очень вкусные. Их можно есть сырыми. Я никогда не готовлю брокколи или брокколини. Всегда употребляю ра, то есть свежими. Салат заправлен вегетарианским майонезом из пюре ореха кэшью с добавлением оливкового масла, лимонного сока и приправ. Такой вид майонеза, салатной приправы, используют в своем режиме питания вегетарианцы и те, кто питается в режиме веган. Еще можно видеть в салате авокадо и красный перец халапино. Обычно я съедаю большую тарелку такого салата на обед, ну а в ужин идет какой-то протеин, или это белковый омлет, или это кусок рыбы, или что-нибудь еще. Всем приятного аппетита, будьте здоровы!